Жми лайк, и на 3000 лукасов мы скинем реплику CSGO на наши Android-девайсы. Здарова, ребят, с вами Илья, и сегодня хотел бы вам показать новый порт CSGO, который я нашел совсем недавно для наших Android-телефонов. Я знаю, как вы любите разного рода клоны ПК-игр, и вот я откопал реально качественный клон CS-ки для наших с вами мобилок. Сразу говорю, копия новая, ребята только начинают ее делать, однако уже сейчас игрушка выглядит реально очень интересно. Начнем, пожалуй, с главного меню, выглядит оно почти так же, как и на ПК-версии, и здесь есть выбор двух карт. Первый из них это Dust. Тут на самом деле все точно так же, как и на ПК-версии. Мы можем немножко погулять, посмотреть все это дело, текстурки и даже немножечко пострелять из такого АК-47. Вторая карта это уже АВП Лего, также точно копия мапы с ПК-версии. И тут мы можем выбрать сторону, за которую будем выступать. Также в руках у нас будет АВП-шечка, ее мы тоже можем рассмотреть. Можем посмотреть текстурки карты, моделечки террориста и даже по ней немножко пострелять. Правда, эта моделька пока прозрачная, и мы ждем ботов, которые добавят, я думаю, уже с новыми баночками. Также здесь на карте еще есть некие белые квадратики, по ним мы можем пострелять и тем самым вполне неплохо оценить такую вот физику. Кстати, ВП тут тоже есть возле террориста, по ней тоже можно пострелять и посмотреть, как она уже отлетит. Как видите, ребят, игрушка внешне реально похожа на CSGO, и интересно будет далее следить за этим проектом, поэтому мне важно ваше мнение. Ребят, гоу плюсики в комментариях, если вам интересен этот проект, и далее будем пилить такие вот новостные форматы. В общем, если 1000 комментариев тут наберется, то еще будем делать видосики, поэтому надеюсь на ваш фидбэк, так что пишите, пишите и еще раз пишите. Также, само собой, подписывайтесь на канал, смотрите мои предыдущие топы и жмите колокольчик, чтобы всегда быть в теме всех новиночек. До скорых встреч и пока!